В Кинешме Станислав Воскресенский познакомился с работой детской школы искусств. Учреждение с богатыми традициями. На его базе работают 10 творческих коллективов, 3 оркестра, русских народных инструментов, духовой и оркестр баянистов. В школе обучается 600 человек. 70 малышей посещают отделение раннего эстетического развития. Там 5-летних кинешемцев готовят к дальнейшему обучению в музыкальной школе. Наши коллективы вот уже на протяжении многих лет, нужно отметить, что занимают лидирующие места на многих конкурсах. 2 хореографических коллектива образцовых, они обладатели многих гран-при на всероссийских конкурсах.